В парке «Ореховая роща» подстанция образцово-показательная. Аккуратные стены, подстриженная зеленая трава вокруг здания. Хозяева заботятся о красоте и безопасности. Антипод ухоженного трансформатора в районе магазина «Гигиена» и Южного рынка. Ответственные забыли о своей ответственности. Трансформатор не в плачевном, а в опасном состоянии. Сухая трава вокруг, старый деревянный ящик на территории, куда давно не ступала нога человека. От маленькой спички большая беда. В Анапе объявлен 5-й класс пожароопасности. В сухую жаркую погоду достаточно маленькой искры, чтобы произошло возгорание. И тогда большая беда может обернуться для кого-то трагедией. Чего ждут и на что рассчитывают специалисты энергослужб? В станице Анапской у торгового центра «Панорама» от сухой травы до трансформатора пара сантиметров. На улице Мира похожая картина. А вот лидер рейтинга самых опасных и страшных трансформаторных подстанций на хуторе Усатого Балка. Добавить нечего. Жаркая засушливая погода в Анапе в августе – не новость. И также по старинке энергослужбы НЭСК в городе и Кубанинерго по сельским округам надеются на вечный авось. Авось не загорится, авось пронесет. Мы подсказали лишь некоторые объекты. Службам есть над чем подумать и поработать. Наталья Пухальская, Александр Кореневский, Анапа регион.